Крыму, к сожалению, пока еще не была, но очень хотелось бы побывать в Ласточкином гнезде, но сейчас слышала, что туда пускают всего по 5 человек и угроза разрушения. Поэтому дождусь, наверное, того момента, когда все отреставрируют, вот, и будет не страшно прогуляться там. А вообще, очень рада, конечно, что есть кусочек моря, есть кусочек солнца. Наш!